Раздражали вечно выпадающие наушники, набитый доверху автобус, паблики, цитатники в социальных сетях. С этой проблемой псих и столкнулся. Теперь он вынужден каждый день ходить к меланхоличному психологу, который он по-дружески зовет «Док». Опоздание и наушники тебя бесят. Транспортраковые паблики тебя бесят. Скажи мне, что тебе бесит? Бесит! Воу! Психиатру приходишь? Бесит! Воу! Разговор ты свой заводишь? Бесит! Воу! Реклама школьники в Энете. Все ты расскажешь в кабинете. Сочинять.